to prove her innocent. And I'll be gone before they know what I hit her with. And this predicament is pure coincidence. Oh, brother, here comes another incident. I guess I'm guilty to prove her innocent. And I'll be gone before they know what I hit her with. And this predicament is pure coincidence. Привет, с вами Анастасия Любимая. Если вы думаете, что я нахожусь в картинной галерее, то вы не угадали. Но если вы считаете, что за моей спиной настоящее произведение искусства, вы попали в самую точку. Я нахожусь на выставке «Автотюнинг Шоу», и сейчас я в зоне аэрографии автомобилей. Меня зовут Игорь Николаевич Козинов, я директор объединения российских художников аэрографии. Аэрография – это техника рисования специальным инструментом, который называется аэрограф, на любых поверхностях, но в народе аэрография укрепилась и связана с автомобилями. Хотя это не совсем правильно. Допустим, в нашем мероприятии, которым мы сейчас занимаемся, как раз подтверждает то, что мы рисуем не только на машинах, но мы можем создавать большие полотна, достаточно объемные, и с привлечением 49 художников идем на достижение под названием «Рекорд России. Самая большая коллективная аэрография». Идея родилась еще год назад. Мы искали возможности ее реализации. И через выставочный комплекс «Крокус Экспо» нам удалось договориться о том, что они нам предоставляют площадку, подъемные механизмы для того, чтобы коллективное полотно 7 метров высотой и 7 шириной было продемонстрировано посетителям выставки, всем россиянам, в том числе телевидению. Россия и российский флаг. Российские художники своим искусством дарят свой патриотизм российскому народу. Вот такая вот история. Скажите, что это вы такое красивое рисуете? Дочь твою. А скажите, а почему вот такие красные цвета? Или это только как бы первый слой? Это задача такая была. Задание на красном квадрате, что-то нарисовать. Поэтому... То есть это изначально был красный квадрат просто, да? Да. Каждому дается задание. У кого-то красный квадрат, у кого-то там желтый с синим. То есть, поэтому в итоге это потом все в одну картину будет образовано. Аэрография зародилась в позапрошлом веке, в конце позапрошлого века. А в нашей стране где-то в 98 году, скажем так, второй кризис, который после перестройки случился, он подтолкнул художников, которые занимались оформлением книг в издательском деле, на какие-то новые пути решения. Ну и вот один, другой, третий нашли себя в реализации при оформлении мотоциклов. Потом машины. И пошло-поехало. А так более бурно началось с 2000-2001 года. Здравствуйте. Скажите, что такое интересное у вас нарисовано? Трудно сказать. Это мужчина. Он сквозь полотно выглядывает на окружающий мир. Вот это глаза, да? Вот это глаза, это нос, рот. И он как бы вытягивается из поверхности. Дело в том, что я хочу здесь передать немножко абстрактную технику рисования, которая немножко не свойственна для аэрографии. Реалистичности здесь не будет. Аэрографии учат, как и в школах аэрографии, так учат и в институтах сейчас уже. Здравствуйте, скажите, как у вас так аккуратно получается рисовать и не пачкаться? Стараемся. Аккуратно. А это специальная какая-то краска, специальные инструменты? Инструменты, специальная краска. В принципе, это обычная на водной основе.
То есть просто кисточкой я не смогу нарисовать аэрографию? Аэрографии нет. Аэрографии только аэрографом. Просто кисточкой сможешь все нарисовать, но аэрография гораздо проще. Допустим, на машинах нельзя рисовать карандашом, потому что по технологии это недопустимо. Поэтому появился вот такой вот инструмент, воздушная кисть, который позволяет наносить тончайшие слои и потом это покрывать лаком, и покрытие машины не страдает. В нашей практике есть такие случаи, когда основная профессия у художника, занимающегося аэрографией, футболист, водитель, инженер, директор боулинга и так далее. Поэтому это для кого-то хобби, а для кого-то основная профессия. Вы прям специалист или это ваше хобби? Это хобби скорее, чем специалист. А основной вид деятельности ваш какой? Татуировки. А вы сколько лет уже занимаетесь этим искусством? Аэрограф в руки взял в 2002 году. То есть уже 8 лет? Получается 8 лет. Из них первые 3 года как хобби. А сейчас вы прям профессионально, да, этим уже занимаетесь? Это ваша основная деятельность? Да, сейчас основная деятельность. Хобби или основной вид деятельности? Это мое хобби. На данный момент времени 70-80% обучающихся девушки. Поэтому что будет дальше? Ну, наверное, будет выравниваться. Есть тенденция, что девушки сознательно идут и, в общем-то, ну, делают некую конкуренцию, творческую конкуренцию мужчинам. Скажите, сколько лет вы уже этим занимаетесь? 3 года. А вы рисуете на машинах? Есть у вас заказы? Да, есть. И кто чаще обращается, мужчины или женщины? Да, наверное, одинаковые. Мужчины делают подарки женщинам. Чаще всего заказывают аэрографию мужчины или женщины? Наверное, мужчины. Из ваших клиентов чаще заказывают аэрографию мужчины или женщины? Мужчины почаще будет. Какой самый безумный рисунок или там, я не знаю, самое безумное изображение, которое вы рисовали вот по заказу? Это была наполовину пробная работа, очень интересная. Там на «Москвиче» мы рисовали ядерную войну. Ничего себе! Там довольно все жестко. Это такой брутальный довольно был такой штука. Какой самый безумный рисунок, который вас просили нарисовать? Безумный? Или самый там, ну, интересный, я не знаю, запоминающийся? Ой, я даже не знаю. Обычно традиционные рисунки просят. А что является традиционным рисунком? Животных, своих домашних животных, своих собак на машине, например. Еще так старается, чтобы было похоже именно конкретно, например, на собачку, как бы на хозяина. А девушки свои портреты не заказывают на машинах? Но мне не заказывали. Что в основном, какие изображения? Не знаю, очень-очень разные изображения. Либо хотят каких-то птиц, да, то есть все зависит от человека. Аэрография, как и татуировка, служит для самовыражения, то есть он отображает то, что он сейчас чувствует. И каким-то образом себя на будущие поступки, не знаю, провоцирует или стимулирует. То, чем я занимаюсь, естественно, мне нравится. И помимо профессии мы делаем нестандартные вещи, в том числе вот рекорд России, на который мы нацелены. И поэтому позитив всегда у нас есть. Бывают сложные задачи, но мы с честью их выполняем. И красивые машины выезжают на дороги города.
Может, вы в курсе, машина, она увеличивается в стоимости, если на ней нанесена аэрография? Ну, конечно, увеличивается. Во-первых, она уже становится неугоняемая, то есть это лучшая страховка от угона, то есть лучше любых сигнализаций, потому что угонять машину расписанную нет смысла. Вот, ну, конечно, на ней уже как бы рисунок, но опять же, он подходит этому человеку, который есть, да, хозяин ее. Подойдет ли он другому человеку, это тоже сложно. Если подойдет, то да. Ну, продать, наверное, потом такую машину сложнее будет, правильно? Я не думаю. Сколько было случаев, их, наоборот, быстрее покупают. То есть рассказывают, что только выводят, только объявления дают о продаже, видят, что аэрографии, и хватает. На дороге и был узнаваем издалека, то смело делайте аэрографию. Только обязательно обращайтесь к профессионалам, а то получится, как у меня. Анастасия Любимая, специально для Global Star.